Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете все способы применения коллекции эфирных масел Faberlic Aromia. Хорошее настроение – бесценный подарок. Создать и поддержать уютную атмосферу поможет новая коллекция Aromia. Ученые много лет изучали влияние запахов на настроение и самочувствие. Ваше эмоциональное благополучие теперь в ваших руках и наших флакончиках. Вы в них точно влюбитесь. Вы только представьте, атмосфера расслабления, релакса, теплая, обволакивающая аура уютного дома, жар камина и теплый плед. В коллекции «Релакс» ароматические свечи, диффузор и ароматный спрей дарят дыхание цветов и амбры. Смесь ароматических масел «Релакс» содержит масло цитрусовых и хвойных растений. Каждый продукт уникален. Свечи, диффузоры, масла и спреи не повторяют запахи друг друга, но могут их дополнять и разнообразить. Приближается период простуд, и при помощи ароматерапии, а это и наука, и способ оздоровления организма, мы можем помочь себе оставаться здоровыми. В смесь входят масла эвкалипта, сосны, лимонной мяты, розмарина и шалфея. Кстати, масла можно использовать не только для ароматизации пространства, но и обогащать ими косметику, делать массаж или добавить в ванну. Ну и самый технологичный способ создать особенную атмосферу – это ультразвуковой диффузор от Faberlic. Красиво, стильно выглядит, он еще и увлажняет воздух, а это так актуально в зимний период. Прибор рассчитан на 6 часов работы. Здесь резервуар всего помещает 80 мл воды, и разноцветная подсветка усиливает ауру, которую вы хотите создать с помощью ароматов. Как приобрести аромамасло Aromia от Faberlic? Заходим в личный кабинет. Если у вас еще нет личного кабинета, доступ вы можете получить по ссылке в описании к видео. Нажимаем «Оформить заказ», «Заказ по артикулу» или кнопку «Поиск». В строке для ввода текста напишите «Aromia». Теперь серия Aromia. Добавьте нужный вам товар в корзину. Перейдите в корзину и убедитесь, что вы выбрали то, что хотели. Нажмите кнопку «Продолжить». «Сформировать заказ». В конце нажмите «Утвердить заказ». Как заказать Aromia через приложение к смартфону? Заходим в приложение Faberlic с вашим логином и паролем. Если у вас еще нет логина и пароля, вы можете получить их в описании к видео. Заходим на главную страницу. Или в раздел «Товары». В строке для ввода текста напишите «Aromia» и нажмите «Поиск». Выбирайте все, что вам понравится, и добавляйте в корзину. Перейдите в корзину. Убедитесь, что вы выбрали то, что хотели, и нажмите кнопку «Продолжить». Теперь нажмите «Заказать». Самые популярные ароматические композиции серии Aromia. Cotton Nude. Баланс. Верхние ноты бергамот, зеленый чай. Ноты сердца, пион, роза, гиацинт. Ноты шлейфа, мускус, ирис, ладан. Мандарин фреш. Энергия. Верхние ноты клементин, горький апельсин. Ноты сердца, мандарин, пион. Ноты шлейфа, сандал и амбра. Сакура матча ти. Антистресс. Верхние ноты. Цветущий миндаль. Ноты сердца. Роза пион, зеленый чай кокос. Ноты шлейфа. Ваниль пралине. Блэк эмбер. Релакс. Верхние ноты. Бергамот мандарин. Ноты сердца. Роза ландыш гвоздика. Ноты шлейфа. Амбра мускус сандал. Дейзи отер.
Позитив. Верхние ноты. Бергамот, апельсин. Ноты сердца. Фиалка, жасмин, розовый пион, клубника. Ноты шлейфа. Сандал, ваниль, белый мускус. Шанти, сандал. Баланс. Верхние ноты. Цитрус, специи. Ноты сердца. Пудровые ноты. Ноты шлейфа. Сандал, пачули, амбра. Вся серия Aromia на сайте. Ссылка в описании к видео. Современная концепция ухода за красотой – это не только ухоженная кожа, красивые волосы и макияж. Это уход за своим настроением, эмоциями и внутренним состоянием. Новая серия «Aromia» с натуральными эфирными маслами заботится о вашем настроении и самочувствии. Этой осенью мы предлагаем самые актуальные новинки – композиции эфирных масел для поддержки иммунитета в холодный период и релаксации, а также самые красивые ароматы для дома, которые создадут атмосферу благополучия. В основе всех продуктов Aromia – инновационная технология Emotion Design. Марина, давай расскажем о ней. Emotion Design – это композиция ароматических молекул или нот, которая вызывает позитивные эмоции независимо от культуры, пола и возраста. Ароматы обладают уникальной способностью глубоко трогать нас на эмоциональном уровне. Рецепторы, управляющие нашим обонянием, напрямую связаны с той частью мозга, которая контролирует эмоции, запуская синтез гормонов радости, удовлетворения и счастья. Например, вдыхая аромат антистресс, наш мозг получает сигнал не волноваться и расслабиться. Создание технологии заняло 25 лет. Все это время Ферминиш совместно с Женевским университетом исследовали взаимосвязь эмоционального отклика и различных ароматов. В исследовании приняли участие десятки тысяч людей в разных странах мира. Количество протестированных ароматических веществ даже не сосчитать. Технология Emotion Design – это инновация, которая добавляет аромату действия. Технология Emotion Design позволяет понять связь между ароматом и формированием позитивных эмоций. Теперь мы знаем, как создать аромат, который будет наполнять энергией, или аромат для расслабленности и удовлетворения. А на создание аромата Sakura Matcha Tea нашего парфюмера вдохновил Токио. Представьте себе крупный, шумный город, быстрый темп жизни, но весной он превращается в цветущий сад, и настроение города меняется. В сердце нежно-розовые цветы сакуры. Мы добавили к ним ноты зеленого чая матча, чтобы придать аромату оттенок свежести, а также гурманские ноты молока и жареного миндаля. Аромат дарит восхитительные ощущения, и вы действительно забываете о стрессе. Марина, а мне запомнилось, как долго мы выбирали аромат для эмоционального баланса и ощущения гармонии. Ответ подсказали парфюмер и амбра. Ведь амбра – это парадокс. Его аромат может быть закрытым и таинственным, а может быть ярким и открытым. Эта двойственность вдохновила нас на создание аромата Шанти Сандал, который гармонизирует настроение. Осенью хочется энергии. Для этого мы создали аромат «Мандарин Фреш». Он словно телепорт переносит нас на Сицилию. Восход солнца, шелест мандариновых деревьев. Солнечный аромат наполняет энергией. А аромат «Дейзи Вотер» нежный, как фиалки, и молодая июньская зелень вызывает улыбку и наполняет позитивом. Для дома вы можете выбрать ароматические свечи, диффузоры с палочками из фиброволокна и спреи. Для тех, кто хочет постоянства в аромате, рекомендую диффузор с палочками. Аромата хватает на 3 месяца. Ароматические свечи – важная часть ритуала. Особенно приятно зажигать их осенними вечерами, чтобы согреть теплым светом свой дом, а ароматом – эмоции. На мой взгляд, спреи – это очень удобный и современный продукт. Моментальное преображение настроения и пространства вокруг. Спрей можно распылять на кожу или наносить на постельное белье или другой интерьерный текстиль.
Коллекция для аромадизайна дома – это часть серии «Аромео». Впервые Faberlic предлагает вам композиции 100% натуральных эфирных масел. О свойствах эфирных масел и о том, как ими пользоваться, мы поговорим с главным экспертом Центра научных разработок Faberlic Риммой Корнеевой. Римма, добрый день. Добрый день, Екатерина. Добрый день, дорогие друзья. Все привыкли к тому, что Faberlic – компания инновационная, но мы используем решения, которые проверены веками. И одно из таких решений – это эфирные масла. Я, как врач, долго занималась ароматерапией, изучала свойства эфирных масел и, естественно, знаю, насколько огромен их потенциал. Эфирные масла тысячелетиями используются в медицине и косметологии. Создавая наши продукты, мы начали с самого необходимого – поддержки иммунитета в период простуд, помощи при головной боли и недостатке энергии. Каждая композиция – это выверенный состав эфирных масел для комплексного решения актуальной проблемы. Римма, давайте расскажем, какие задачи стояли у нас при создании эфирных композиций? Ну, во-первых, нам очень важно было выбрать эфирные масла самого высокого качества. Вы должны понимать, что эфирные масла имеют жесткие стандарты. И факторы, которые влияют на качество эфирных масел, их множество. Прежде всего, эфирные масла – это сложные композиции веществ, которые получают из растений. А эффективность действия эфирного масла очень тесно связана с климатом, погодой, в котором эти растения выращивали. И для каждого вида нужно найти тот регион, в котором растения дают самое качественное эфирное масло. Например, лучшее масло лимона родом из Италии, а масло атласного кедра получают из самого сердца Атласских гор из Марокко. Лучшая лаванда, как вы догадались, естественно, из Франции. Да. В поисках лучших эфирных масел мы изучили весь мир, общались с поставщиками, исследовали влияние конкретных масел на здоровье и качество жизни. В составе наших смесей Aromeo мы использовали 22 эфирных масла из 14 стран со всех континентов. Когда будете вдыхать эти ароматы, знайте, вы совершаете путешествие. Сейчас у нас 4 смеси эфирных масел в чистом, неразбавленном виде. Это 100% масла. Вот в таких вот маленьких флакончиках. И еще есть 5 аромамасел, которые вот в таких роллах с шариковым аппликатором. Эти масла готовы к тому, чтобы их наносить на кожу. Осенью самое актуальное – защититься от простуд. И для холодного сезона мы создали смесь Cold Season. Это поддержка иммунитета. И большинство эфирных масел – это антисептики. Они обладают антибактериальным, антивирусным действием, обеззараживающим действием. И для этого мы выбрали хвойные масла. Это сосна и атласский кедр. Добавили туда масло эвкалипта, шалфея и мяты. И каждое эфирное масло будет оказывать различное влияние на дыхательную систему, будет работать как противовоспалительное средство, болеутоляющее, обеззараживающее, противовирусное, антибактериальное и так далее. Римма, я предлагаю поговорить о том, как пользоваться эфирными маслами в маленьких флакончиках.
На самом деле здесь важно следующее. Композиция эфирных масел – это чистая, стопроцентная композиция. Использовать ее можно по-разному. Помните только одно важное правило – никогда не наносите чистое масло на кожу. Один из самых простых способов – это ультразвуковой аромадиффузор. Ну вот, такой прибор. На самом деле, очень удобное свойство получить сеанс ароматерапии. Для этого необходимо добавить воды в аромадиффузор, добавить 5-7 капель эфирной композиции по вашему выбору, включить его в сеть и приготовиться получать удовольствие от аромаванны. Это будет и сеанс ароматерапии, и санирование воздуха в помещении, что очень важно в период эпидемии. Да. А еще можно добавить несколько капель смеси в массажный крем или масло и провести сеанс аромамассажа. Если вы чувствуете себя хорошо и хотите укрепить иммунитет, приготовьте аромаванну. Также можно добавить смесь эфирных масел в ваш крем, гель для душа или шампунь. Ну, а еще один способ – это ингаляция. Самая простая ингаляция – это капнуть смесь эфирного масла на платок и несколько минут подышать над ним. Ну, кстати, вы можете точно так же капнуть эфирные масла на маске, которые мы сейчас все носим в качестве ежедневного аксессуара. Или можете воспользоваться аромакулоном. Главное – внимательно изучить инструкцию перед применением и соблюдайте правила дозировки. Не передозируйте масла. Смесь поддержка иммунитета мы также приготовили в формате рулон с шариковым аппликатором. Это ароматерапия, которая всегда с собой, потому что аромамасло уже готово к нанесению на кожу. Из роллов я ежедневно использую и очень люблю смесь масел, которую мы назвали «Ясное мышление» Clear Mind. Это аромамасло, которое помогает при головной боли, помогает сосредоточиться на работе. Также я рекомендую его школьникам и студентам во время учебы и сессии. Снимает напряжение и усталость. То, что нужно, когда много работаешь головой. И, кстати, головная боль очень часто возникает из-за проблем с осанкой шеи. Это так называемая компьютерная шея. Мы все сидим с гаджетом, и постоянно у нас наклонена голова. Это проблема. В этом случае лучше всего подойдет аромамасло «Легкость движения Body Comfort». Необходимо нанести его на шею, вдоль позвоночника, на плечи и верхнюю часть спины. Это масло также подойдет при мышечной боли после тренировок. И, конечно, аромамасло «Афродизиак» с самыми волнующими эфирными маслами «Иланг-Иланг» и «Пачули». Ну, а еще вы должны правильно наносить аромамасла. Отмечу, что аромамасло наносится на активные пульсовые точки. Но, собственно, те места, где вы меряете пульс. У каждого аромамасла есть свои точки нанесения. Они указаны на упаковке. Обратите на это внимание. Внимательно почитайте инструкцию, прежде чем использовать аромамасла. Итак, Аромио – это коллекция средств для аромадизайна дома и поддержки здоровья благодаря натуральным эфирным маслам. Я уверена, многие из вас быстро почувствуют этот эффект. Создавайте настроение и уютную атмосферу у себя дома. Это так приятно – заботиться о близких. А еще дарите Аромио, ведь эмоции – лучший подарок. Заказывайте ароматические композиции Faberlic Aromio по ссылке из описания к видео. Заказывайте косметику Faberlic на сайте faberlic1.ru. Faberlic – кислородная косметика номер один в мире.
faberlic1.ru.